Здравствуйте, друзья. Вы, может быть, помните вот эту кофейную машину. Мне ее подарили на 60-летие. Подарил ее никто иной, как присутствующий, вот сейчас появляющийся в кадре Виктор, который сидит довольный, потому что он сейчас ей воспользуется. Вот такая машина. Ну, давай, где там кофе у нас в машине? Совершенно замечательная, значит, машина, все вместе. Да, у нас тут внутри, вот, открой побольше, чтобы люди не думали, что у нас так мало кофе. Да, у нас много кофе. Много кофе навалом. Вот, да. Значит... И еще у них там в ящике еще. В ящике. Несколько капсул. Итак, давай. Нет, первое, смотришь на капсулу. Там можно сфокусировать на этом? Можем. И что там должно слово «Рома» быть написано. Есть слово вот «Рома». То, что твоя жена сказала, что я никак не могу его разглядеть без очков. И что, «Рома» — это что-то цыганское? Рома — это от слова Рим. Да, Римская империя. Это так, от хорошо. И тут много всякие написаны капучино, какие-то еще хорошо, там разновидности. Давай Рому. Так, значит, мы... Они немножко отличаются, и их заранее не продают, потому что кофе портится со временем. Ты не можешь купить и хранить их там год, скажем. Подожди, это кофе молотый, просто молотый. Он молотый, именно поэтому он выдыхается как-то быстро. Даже через вот фольгу? Ну вот через эту фольгу, значит, не положено его долго хранить. Он высыхается, я не знаю, там что с ним происходит. Я никогда не хранил. Друзья, имейте в виду, если вы пьете мало кофе, вам не нужна такая машина. Не нужна. Так, значит, давай раз. Раз. Так, отодвинули. Ну, можно просто меньше покупать кофе. Можно так бы. Раз и да, бук ее туда. Бросаешь. И вот, да, и вот там три кнопочки. Тут три кнопки, это сверху надо показать. Каждая из них показывает, грубо говоря, сколько воды ты хочешь в своем кофе. То есть уровень крепости. Так, давай чашечку поставим. Сейчас тестаем такую. Поставим чашечку. Из английского фарфора чашечку. Так. И нажимай кнопочку. Нажимай? Да, нажимаем. Нажимаем кнопочку. Средним пальцем желательно. Ну, это даже не знаю там... От наличия пальцев. В русской транзиции это непонятно, что это значит. Вот там этот кофеечек льется. Я хочу сказать, что кайф начинается. Вот, пахнет. Да. Не да, когда пьешь, а уже когда запах идет. Запах идет, конечно, хорошо. Меня эта машина... Ты придвинь поближе, чтобы они тоже понюхали. Да, вот пожалуйста. Вот пусть они нюхают. Нюхают. Как вкусно пахнет. Совершенно. Я сравниваю эту машину с той, что у нас в офисе стоит. И там тоже молотый кофе, но на таких таблетках. В алюминиевой фольге. Но... А какая фирма? Есть там типа Крюгер какой-то? Нет. По-моему... Есть Неспрессо. Неспрессо, да. Неспрессо лучше. Неспрессо очень хороший. Вот. Ну, и когда вот нам Виктор это подарил, я подумал, как же мы будем вообще пользоваться-то? Мне казалось, что там в этой штуке, в этом тюбике, жидкость. Я был уверен, что это жидкий какой-то концентрат. У меня однажды на работе был жидкий Слушаем концентрат, звук. Был невкусный. Слушаем звук. А я думаю, звук раздаться как-то... Вот. Хрюк. Хрюк. Значит, не надо после этого сразу отодвинуть и сделать хрюк? Вот. Можешь отодвинуть, но дело не в этом. Дело в том, что оно уже упало. Упало. Забирай чашечку. А куда оно упало? Куда-то внутрь. Сейчас покажем. Мы сейчас... Чашечку забрали. Мы обязательно покажем. Значит, упало оно. Чтобы это увидеть, надо вот вытащить вот эту штучку. Вот. Давай, и вот там они, вот они там будут. Так надо их вытащить и выбросить. Ну, успеем еще. Успеем. Значит, там еще тонкость в том, что есть нижнее отделение. Куда сливается жидкость, если она осталась? Представляешь, вот. Нет, вот. Такого у нас не было. Ну давай вот. У смотри. Меня более старая машина. Давай мы ее. Дай поставим. Давай поставим ее на стол. Тут у вас много. Вот, видишь, вот. И там, значит, туда. Миша, так вот это вот надо чистить и не держать толком. А мы не держим. Это надо. Вы держите, потому что я вижу, сколько тут чашечек. Ну не так много чашечек. Давай почищем. Да, держи. Вот. Споласкивать. Вот, друзья, у нас есть Светлана, которая. Значит, с удовольствием все это почистит. Вот. А Виктору. Светлана посудомойка. Вот. А Виктору мы посоветуем воспользоваться конфетками вот из этой красивой коробочки. Какие тут самые вкусненькие, говори. Я обычно реагирую на цвет шоколада. Я люблю черный. Темный шоколад, да. И всякие орешки. Да, но у меня такое ощущение, что можно любую съесть и не ошибиться. Не ошибиться. Понял. Друзья, вот так. А вот здесь водичка, вот еще да, хотел. Здесь еще водичка, а за водичкой вы видите яблоки. Света очень любит, это ее любимый сорт, называется Гравенштейн, что в переводе на русский язык означает могильный камень. Вот. Ну, в общем, короче, этот яблоки могильного камня хороши в реальной жизни. А у меня единственная в Америке есть яблоня так. На бэкьярде, которая черенок, у нее белый налив.
привезена оттуда. Ушло не огромное количество времени найти этот самый белый налив. Но нет этого здесь, нет. Но яблоки не вызревают на нем. Яблоки не вызревают. Друзья, белый налив в Америке не вызревает. Это тоже как... Это как приличный зверь, друзья, не размножается в зоопарке. Во-во-во. Вот так же вот и знакомый белый налив. Кушайте, пока есть. Счастливо. Бон аппетит.